Я Светлана Тихановская, кандидат в президенты Республики Беларусь. Я отказываюсь от участия в дебатах на государственном телевидении. Дебаты, которые вы предлагаете нам, это фарс. Дебаты, которые вы предлагаете нам, это пустая трата времени белорусов, которые будут их смотреть. Дебаты, которые вы предлагаете нам, это такая же подделка, как и ваши выборы. Дебаты с кандидатами, которые не собрали 100 тысяч подписей, это фарс. Дебаты, которые вы предлагаете нам, будут не онлайн, а в записи, а это нарушение законодательства. В дебатах, которые вы предлагаете нам, не будет участвовать Александр Лукашенко. Дебаты, которые вы предлагаете нам, это не дебаты. Мое предложение. Настоящие дебаты один на один с Александром Лукашенко. В прямом эфире на Бангалор перед белорусским народом. Я жду ответа.